Так, вот есть у меня такие вот два блока. Купил лампочки. Вот такие вот. H7. Мне к этим лампочкам надо будет еще вот такие вот переходники, потому что блоки старые. Тут получается у них круглые крепежи, а у лампочек более уже новая система, они какие-то квадратные. Нужен вот такой вот переходник. И еще посоветовали поставить какой-то стабилизатор напряжения. Ну, поставим тоже. Сейчас начнем. Буду показывать на одной фаре. Ну и соответственно то же самое будем делать и со второй. Еще нам понадобится сама крышка с фары. Нам надо будет высверлить отверстие под лампочку с проводами. Сейчас все расскажу дальше. Итак, вот наш комплект, набор. Вот наша лампочка, два проводка, это плюс-минус, это включение-выключение питания на сам блок, и он, получается, находится за крышкой, включение, фишечка, в самой фаре. Поэтому нам надо сделать отверстие самой крышки, и это все туда просунуть. Ну и чтобы было все герметично. Итак, берем шуруповерт. Вот. Просверливаем пару отверстий. Примерно, чтобы подходило. Ну и сейчас ножиком аккуратно это вырежем все. Будем делать так, чтобы все подошло. Примеряйте, сильно большое отверстие не делайте, бо будет попадать влага потом, если сделать больше отверстий, чем нужно. Смотрите аккуратно с этим. Вот, получилось отверстие. Но есть еще один минус. В это отверстие не пролазит наша фишка. Получается, обязательно, вот я подписал плюс красный, черный минус. Главное не перепутать. И достаю провода, разбираю, чтобы просунуть, и с той стороны потом соберу. Обязательно помечайте плюс-минус, потому что это очень важно. Вот как у меня получилось. Вот. Фишку я собрал. Фишку. Обязательно не перепутывайте провода. Вот я оставил плюсик, минусик. Красный плюс, черный минус. Это обязательно. Ну и все. И вот у меня здесь получилось два провода с лампочкой. Все. Тут у нас стоит он аккуратненько, с этой стороны аккуратно. Итак, теперь мы достаем лампочку с фары. Вот она, наша H7. Она нам больше не нужна. Теперь берем нашу вот это, что мы крышечку аккуратно
распаковываем лампочку. Только смотрите, ни в коем случае не дотрагивайтесь до самой лампы. Она... Так, ну и устанавливаем, как говорится, ее на место. Так, вот, установили мы лампочку. Теперь вот наша фишка машинная, которая включает ближний свет. Ну, не знаю, как и на остальных. У нас Audi A4 коричневый идет минус, а желтый плюс. Значит, вот эти два провода, которые сюда еще заходят, для чего мы их запускали, подключаем черный на минус, это на коричневый, и красный плюс мы его подключаем на желтый, это плюс. Я их немножко подмотаю за лентой, чтобы было надежнее. Ну вот, буквально чуть-чуть. И после этого нам, в принципе, больше ничего тут не нужно. Мы можем взять, спокойно это все дело поставить, закрыть крышечку нашу. Вот. Вот. И тут остаются вот наши эти все провода подключения блока. Вот. Берем сам блок. Кладем его сюда. Посоветовали поставить стабилизатор напряжения. И тоже всегда проверяем. Красный плюс, черный минус. И на самом блоке вот есть плюс, минус. Ну и просто наблюдаем, чтобы оно совпадало. Это обязательно. Вот красный плюс, вот плюс. И тут то же самое. Ну тут по-другому не поставишь. Почему я говорю, когда мы разбирали фишку, смотрите, плюс, минус, подписывайте. Все, вот мы подключили. Ну и так как у нас эти фишки разные, есть переходник. Вот такой вот. Вот этот переходник сейчас мы будем сюда устанавливать. Все, тут мы подключаем. И подключаем ту фишечку. И два провода с лампочки. Вот, подключаем. Все, я это укладываю сюда. Вот. Сейчас мы проверим. Это на работоспособность, а потом будем закреплять это где-то в этом пространстве. Так, все, и вот она начала. Еще правую не делал,
Ну и все, и вот она начала работать. Значит, все мы подключили верно. Обязательно соблюдайте полярность плюс-минус, это обязательно. Ну и сейчас где-то будем тут это вот все провода крепить. Сейчас я сделаю то же самое с правой фарой. Ну и покажу, как прикрепил и как будет гореть две фары. Вот так вот я прикрутил хомутиками. Тут такое вот место было. Вот оно у меня стоит. Вот. Ну вот оно все подходит, все аккуратненько. Все. Здесь вот поставим. Здесь вот поставил все. Ну и вот тоже приставил все. Провода здесь вот спрячутся. Вот. Сейчас включим свет. Вот, включил. Вот они, одна и вторая. Все, сейчас аккуратно это все ставим, собираем. Кому было полезно, ставим палец вверх. Подписывайтесь на канал.